Доброго дня, друзья. Предыдущее видео я там нажал случайно, на, так сказать, домой. Видео оборвалось. Ну, там нормально, в принципе, не успел сказать, что все. А так все вон. Строго запрещено. Служебный вход. А, посторонний служебный вход. Посторонний вход строго запрещен. Так, красота такая. Так, чтобы ступеньки было видно и ручьи. Вот я даже, о, бесстыдница. Нагибаться нужно. Теперь я резко поверну. С гор вода течет. С горы Айпетри. Течет и течет. И течет. И не только здесь. Здесь сколько раз были, ни разу не ходили. Мой брат где-то здесь и пошел. Потому что оттуда, как я уже говорил, видео у него есть. И довольно, ну не то чтобы много, но около минимум 3 ролика. Может даже больше с Воронцовского. Теперь у меня на канале будет Воронцовский парк. И сейчас двигаюсь к Воронцовскому дворцу. Брат, наверное, уже там. Кошка черная или кот. А, это уже знакомые места. Просто немножко по-другому прошел. Или я здесь. А, чей Крым, а нет, здесь, по-моему, не был. Про чай рассказываю. Про чаек рассказываю. Понятно, что здесь покупать у них недешево выйдет. Такие места интересные. Ну это опять же идет все, дорога идет к Воронцовскому. Опять бесстыдница. Кто не знает, почему бесстыдница, потому что без коры. Так, этот ролик длинный получился. Но я надеюсь, будет интересно вот эти все проходы. Ну как длинный? Люди. Ой, опять палец. Люди по 1,5-2 часа записывают. Главное, чтобы было чего записывать и комментировать. Какие здесь проходы? Кто бывал тут, знает, кто не бывал, тому, надеюсь, будет интересно. Даже, наверное, уверен. Здесь мы еще не ходили. Ну да, это тоже. Выйдем мы сейчас к Воронцовскому дворцу. Такой камушек, проходик. А вон лестница к дому идет с подсветкой. Я же немного запыхался. Фух.
Помедленнее надо было идти. Если я здесь вообще приду куда-нибудь. Ага. Приду в город. На камушке написано. Фух. Да, интересно. Да я уже, получается, за Воронцовским выйду. Такие трупы. Интересные. Там цветочки. Фух. Ну да, точно. Славно как. Фух, вот мы с вами и прогулялись неизведанными трупами. Люди туда ходят. Так. И где это мы? И где это мы? Сейчас выйду, сориентируюсь. Если в любом случае Воронцовский совсем рядом. Потому что я прошел немножко. Вопрос, куда мне? Вниз, наверное. Так, ладно. Приду к Воронцовскому. Включу еще видео. Всем спасибо. Берегите себя, с Богом.